Петербургская предпринимательница, замеченная в торговле контрафактным алкоголем, пыталась подкупить прокурора. Во время обыска на подпольном производстве на улице Салова она хотела, что называется, решить проблему на месте и предложила одному из ревизоров 50 тысяч рублей. При этом бизнес-леди не смутили многочисленные проверяющие. Кстати, почему из всех присутствующих, а на месте работали полицейские, представители Росалкогольрегулирования, Роспотребнадзора, она выбрала именно этот синий мундир, не сообщается. При этом сама предпринимательница настаивает, что таким образом оплачивала штраф. Здесь проверка идет. Мы хотели купить вино, перепродать, заработать на этом денег. Себе ножи что-то заработать. Так. Остались без работы. Так. Хотели, думали, заплатим штраф и все, и уедем. Штраф вы хотели заплатить на месте, да? Ну, на месте, ну да. А где вы находились? По факту дачи взятки возбуждено уголовное дело. Кроме того, ведется проверка нелегального производства алкоголя. Во время обыска оперативники изъяли почти 60 тысяч бутылок с признаками подделки. В помещениях также обнаружили акцизные марки и материалы для упаковки. По информации полиции, в подпольном цехе работали трое выходцев из стран СНГ, а саму продукцию реализовывали оптом.